Итак, мы снова в Шенму, в мире Шенму. И нужно идти в место на карте к 11 вечера. Ой-ой-ой. На карте к 11 вечера. Время еще только 12 дня. Ё-моё, товарищи. Интересно. Ха. К 11 вечера. Очень-очень интересно. Я что-то пока понять не могу, только куда. Ладненько, сейчас разберемся, я думаю. Так, Lucky Charm. Пойдем по прямой тут. Прямо сюда. Угу. Опа-на. Самолет. Это что это у нас такое было? О, статуи Будд тут всякие, да? Отлично. Южный Кармейн. Так. Ну пока нормально. Пока все окей. Движемся, движемся, движемся. Пока, правда, что-то мне непонятно, что там за место будет. На карте. Где это место на карте? Оно вроде не было отмечено. White Dynasty. Белая династия. Династия белых. Аккуратненько всех оббегает, да, чтобы не задеть никого там. Так, вроде бы тут все уже куплено, да? Lucky Charm Quarter. I have one. Lucky Charm. Так. Wise Man. Серьезный чайный магазин Ernest Tea Shop. Интересно. С
все по-взрослому, да. Так, это у нас куда? Scarlet Hills? Не, мне сюда не надо. Блуждаю я, блуждаю. Как всегда. Манмо General Store. Магазин на всякий на общак, да? Ладно, пойдем сюда. Выйдем здесь. На Golden. Идем пока назад. Пока назад. Я сюда пока не пойду. Мне нужно место отмеченное на карте. Но где это место отмеченное на карте? Пока непонятно. Особо-то так. Вот это мое место, да? Куда идти ты мне, так и не понял. Go to place a map by 11 p.m. А, погодите-ка, я взял карту у нее. А где она у меня? Так. Чена? Какую карту-то я у нее взял? Что-то мне непонятно. Надо записаться. Да, ну а куда тут идти? Цветок белый. Небесный магазин чай, да, небесный. Магазин небесный чай, можно так сказать. Самолет.
Интересно, что это было. Может туда побежать? Не самолет. Сейчас увидим, куда идти-то. Пирс рабочий, да? Я уже думал, это из первой части его, этот напарник. Но мне кажется, все равно нужно время тянуть. Посмотрим. Может, сюда можно? Я не могу сюда зайти, потому что это все еще на реконструкции. Еще строится, точнее, да, не могу. Ну, сюда-то идти в этот, как его, на работу. Мне не надо пока этого. Прикольно. Город там вдалеке. Найдем, я думаю, найдем. Извините. Да. Wise Man Quarter. Wise Man Quarter. Все. Туда, значит, надо. Wise Man Quarter. Что-то я немножко это... Ну ладно, я немножко сбегал. Просто небольшая прогулочка опять по улицам китайским. Так. King's Road. Wiseman. Вот прямо я здесь пройду вроде бы к нему. Ну вот иду сейчас сюда, и он в династии, да? Белую династию. Чё-то как-то пока скучновато идет геймплей. Почему?
нету никаких боев, никто его не преследует пока. Ну, имеется в виду, ну нету пока этого. Это минус. Я считаю, это реально минус. Направо. Ну нету остроты пока, чтобы за ним кто-то там его преследовал. Пока чисто все линейно идем, да? Excuse me. Okay, what'll it be? Что это будет? I'll come back again. Не надо мне ничего спрашивать тут. Так. Lucky charm. Картина это, блин, а? В принципе, все правильно пошел. Так. Пока правильно пошел. Лучше не буду спрашивать. What dynasty? Вот сюда. What wise man? Вот она. Она здесь. Это комната 207 в этом здании. Да. Пошли. Так почему-то я раньше пришел. Ну ладно. Раньше так раньше, пускай. Можно раньше, да, отлично. Это комната. Заходи. Комната? У тебя есть проблемы с этим? Нет. Просто если я собираюсь здесь поспать, то... О чем ты думаешь? Ты спишь на софе? Я не могу спорить, не могу возмущаться, да? Не могу быть недовольным типа того, да? Извините. Доброе утро. Вы Рио Хазуки, да? Я Фанг Мэй Ху. Ее ассистент Ксю Юн. Вот это там. Ассистент.
У меня сообщение от нее. Пожалуйста, идите в библиотеку Манмо. Я подниму это. Да, да, прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Чьюинг хочет, чтобы вы поторопились. А, я почти забыл, чуть не забыл. Простите, извините. Двор. Ну вот все, уже подошел, сразу же. Ты здесь. Доброе утро. Вот доброе. Куда ты идешь? Просто следуй за мной. Хорошо. Библиотека целая, да? Скажешь, Ян, да. Я отведу тебя ночью, не так? Я что-то слышал, нет. Давай, делай. Нужно разбираться с книгами, походу, я так понял. Я что-то не успел прочитать, что она сказала. О! Давай, пожалуйста, начнем. Да. Бери каждую эту вот. Все книги, короче, да, и относи тут наружу. Ты закончишь, если все вытащишь. Я понял. Это очень ценные книги. Не роняй их. Хорошо. Пожалуйста, будь более осторожным. Я не знал, что надо тут интерактив-то играть. Сейчас заново. Вот, это правильно. Ну, блин, понятно теперь. Я просто не знал сначала, что нужно так аккуратно с ними. С книжками-то. Берем и пошли. Ё-моё. Тяжеловато немножко успевать. Ну, сейчас сделаем. Приноси следующий, да? Погнали, погнали, погнали! Черт, а? Не успел. О, хорошо, справился.
И еще одну партию. Ё-моё. Отлично. Аккуратненько надо нести очень. Не успеваешь. Да, реально. Берем следующее. Блин, запарился. You must be tired. Yes. Должно быть устал, да. Ты не закончишь, не смог закончить, извини. Хорошо, мы продолжим завтра. Увидимся. Do you have a minute? Yes. What can I do for you? 10 минут, куда? Что я могу для тебя сделать? Do you know a person named Young Dazu? Ты знаешь человека по имени Ян Дазу? Нет, я не знаю этого имени. Почему ты не спросишь Хан Гуи? Он знает больше людей, чем я. Хорошо. Что? Ты знаешь человека по имени Дазу? Юан Дазу? Кто это? Это то, что я у тебя спрашиваю. Я не знаю. Я не очень хорош в вспоминании лиц, да? Почему тебе не спросить этих гадалок? Гадалок. Ты можешь получить подсказку, если ты ищешь кого-то. Хорошо, я пойду спрошу. Ну, как в первой части, я же пользовался. Посмотрим, может, здесь этот есть. Вот этот товарищ, может, его спросить. Извините. Что такое? Ты знаешь человека по имени Ян Дазу? Ян Дазу. Ты знаешь что-нибудь? Пожалуйста, скажи мне. Почему ты спрашиваешь о Ян Дазу? Ну, мастер Тао сказал мне о тебе, но я не могу содействовать тебе, если ты хочешь отомстить. Подумай внимательнее, да, получше, что мастер Тао сказал о тебе. Вот они, Godhead, Fortune Tellers. Предсказательницы, да? Пожалуйста, скажи твое
могу сказать, да? Я никогда не ошибаюсь. Мои предсказания никогда не промахиваются, не ошибаются, да? Я никогда не ошибаюсь в своем деле предсказания будущего, можно сказать так. Есть то, что я хочу спросить. Что тебе нужно? У меня просто есть вопрос. Спрашиваю людей. Не меня. У тебя есть время? У меня нет времени на маленького разговорчика, да? Это будет $20 за сессию, на 20. Ты можешь решить свои проблемы и узнать будущее для за небольшие деньги. Как насчет этого? Ну давай, давай, давай. Попробуем. Пожалуйста. Сюда садись. Да. Человек, который ты еще не появился. В старом городе каком-то, в общем, это следы этого человека. Старый город означает, в общем, ну, этот, ну, как вот, этот квартал, мой, я бы сказал, квартал этих мудрецов. Просто подожди мне, я могу сказать больше. Магазин, который торгует этими боевыми искусствами, его навести. Хорошо, я посмотрю. Это то. Это все за $20. Действительно? Хорошо. Ладно, пойдем от него, фигли тут с ним делать. Найти того, кто продает боевые искусства. Ну, как бы да, он торгует этим. Посмотрим. Пока все же непонятно, что делать. И Юан Дезу. Извините. Добро пожаловать. Знаете человека, которого зовут Ян Дазу? Он открыл корпорацию пятизвездочную, да, его бизнес хорошо, типа, шел сразу же, да? Ты знаешь что-нибудь? Вы знаете что-нибудь еще, да? Он открыл книгу, он опубликовал книгу, этих боевых искусств, которая называется Вулин Шу. Где это Вулин Шу? Это книга о боевых искусствах. Понятно, что кунг-фу магазину, ну, Wiseman, да, могут, ну, как бы, она у них есть в кунг-фу магазине, в квартале мудрецов. Okay. Хорошо, спасибо. Найдите подсказки насчет Джу. В магазине кунг-фу Wiseman. Сейчас посмотрим. Вот. Магазин кунг-фу мне тут нужен. Это антиквариат. Вот Wiseman кунг-фу. Отлично, сразу нашел. Привет. Извините. Добро пожаловать. Вулин Шу. У вас что-нибудь есть о Вулин Шу?
Это книга, написанная Ян Дазу. Различные школы кунг-фу описаны, как бы. В ней описываются различные школы кунг-фу. У вас есть Вулиншу здесь? Это держится в храме... Ну, хранится в храме Манмо. Я понимаю, спасибо. Вулиншу в храме Манмо. Что-то пока на него никто не нападает, никаких разборок нету. Там-то первая часть все детективные, там разборок много, а тут что-то пока вообще нет, ну, никто, хоть бы кто напал. Только что-то вот на старуху, когда напали, там разобрался, драк почти нету. Хоть бы какие-нибудь тварюги напали, да? Хазуки-сан. Да. Есть хорошее очень место, чтобы поесть около парка Манмо. Ты знаешь, где ресторан? Рядом Манмо парк? С Манмо парком? Парком? Не знаю. Называется Бистро Манмо. Я не знал об этом тоже, только недавно, да? Реально хорошее. Все очень вкусные, блюда очень вкусные, да? Да. Один из моих друзей взял меня туда. Я думаю, шеф готовит очень круто. Я просто с ума схожу насчет этого места. Да, действительно. Я желал бы готовить такие же вкусные блюда, да? Я уверен, ты можешь, да? Если ты борешься за что-то очень сильно, ты будешь вознаграждена. Да, я понимаю. Все зависит от того, какое усилие ты вкладываешь и сколько веры в тебе. Я буду пытаться изо всех сил, да. Да. Сейчас посмотрим, как раз в библиотеке пойдем. У тебя есть минутка? Yes. Да. Что могу сделать? Я хочу почитать книгу, называемую Вулиншу. Это сейчас закрыто. Ты должен подождать до завтрашнего дня. Завтра. Ты спешишь? No. Все в порядке, спасибо. Так, секундочку на паузу, пока нажму. Сейчас. Погнали далее. Такс. А вот я не знаю, можно ли тут время отматывать. Видать нельзя. Книга Вулиншу, да?
Я должен остаться в этой зоне, да? И спросить еще информацию. Странно. Может сюда? Может еще Павла Леншу спросить? Сейчас увидим. Как могу помочь, да? Ты знаешь, что такое Улиншу? Я не знаю, извини. Это книга о боевых искусствах. Да, я даже об этом не знаю, он говорит. Краманмо. Извини. Что такое? Я хочу прочитать книгу, называемую Улиншу. Или библиотека закрыта. У мастера Тао только ключ библиотеки. Где она сейчас? Она ушла и временно не вернется. Почему мне не спросить ее завтра? Хорошо, спасибо. Все, нас завтра отвели, да? Ну ладно. Ну, с мастером Тао, считай, в предыдущем стриме я сразился. Но он все ищет, как говорится, информацию о том, кто, как найти Лан Ди. В принципе, вся сюжетка-то об этом она и построена. На этом. Мне кажется, сейчас уже ничего не получится. Что, нужно только время надо тянуть, да? Ну а что еще делать? Не хочет уходить. Это у меня Вайзман, да? Да. Оно самое. Травяная медицина. Манмо. Сейчас посмотрим. Да, тут можно. Этот ломбард. Интересно. Говорит, нужно это остаться здесь и поспрашивать информации, да? Еще. Есть минута? Что такое, мистер? Знаешь человека, как зовут Яндазу? Я не знаю. Любая информация поможет. Спроси кого-нибудь еще здесь. Хорошо, спасибо.
Извините. Добро пожаловать. Ты знаешь Яндазу? Он пятизвездочной корпорации хозяин, не так ли? Я покупал у них кое-что до этого. Что такое пятизвездочная корпорация? Это торговая компания. Я слышал, недавно закрылась. Что сейчас делает Яндазу? Я не знаю. Я не слышу, чтобы кто-то о нем вообще разговаривал. Хорошо. Извините. Да, я. Кто я? Ты знаешь человека по имени Яндазу? Почему ты меня спрашиваешь насчет этого? Любая информация будет полезной. Можешь спросить кого-нибудь еще? Хорошо, я кого-нибудь спрошу. Парк Манмо. Извините. Ну, а ты звал? Ты знаешь человека, который зовут Яндазу? Кто они? Любая информация будет полезной. Знаешь что-нибудь? Ты должен спросить кого-то другого. Хорошо, я буду пробовать. Лично, блин, как всегда. Бистро, вот, которое она говорила. Зайдем. Добро пожаловать. Зайду. Сейчас. Хотя надо. Ты один? Прямо сюда давай. Извините. Что? Ты знаешь человек? Вы не знаете человек по имени Яндазу? Я не знаю. У меня даже нет никаких подсказок. Но любая информация будет полезна. Знаете что-нибудь? Ты должен спросить местных. Извините. Ты звал? Нет, не буду я спрашивать. Я спрошу кого-нибудь другого. Ты знаете, кого зовут? Яндазу, он приходил сюда очень часто, когда последний раз он был здесь. Ты должен поговорить с хозяином Кунг-фу центра вот этого, да? Он знает все об этом месте. Ну, блин, там же я был уже. Насчет Яндазу. Я не знаю, где он находится. Я не видел его уже определенное время, да? Is
Это Куфу Навазьман, да? Ну, мудрецов, как бы, да. Ну, этот квартал мудрецов, я скажу так. Блин. И уходить он пока отсюда не хочет. Я просто не знаю. Наверное, не уйдет. Ну как бы вот в этой части, да, в этой спросить по информации. Сейчас попробуем, извинить. Welcome. Добро пожаловать. You know ну, а Яндезу опять спросим. Я слышал определенные слухи, да. У него был бизнес в магазинах в этой области, да? Можешь сказать мне больше? Я слышала только немного о нем, ну как бы в магазине кунг-фу, да? They might know at Wise Man's Kung Fu. Они могут знать, я понимаю. Excuse me. Извините. Hello. Welcome. Привет, привет. Ты знаешь Яндезу? Я не слышал никогда о нем. Да не знает она, что ты спрашиваешь, какие идеи. Вон статуи стоят, да, продает. Китайский магазин Манму, блин, бистро. Магазин буддистов. Не хочет он отсюда уходить. Нужно остаться и спрашивать информацию, да? Блин, ну заходил я в этот Вайзман Кунг-фу, ничего больше не знает. Я хочу пойти в Манмоту. Ну понятно. Всегда уходи, найдешь там Манмо Темпл, храм. Это ничего такого. Улиншу опять. У нас нет ее. Если хочешь прочитать ее, да. Иди к монахам в Манмо Темпл, храм, да? Все, на завтра они его поцелают. Ну, черт, ну. Здесь некого спрашивать, я уже все узнал. Попробуем с монахом опять заговорить. Не знаю. Есть минутка? Да, что? Я ищу книгу, которая называется Wooden Shoe. Библиотека закрыта. Уже закрыли, да? Не откроется до завтра. Завтра. Что, ты спешишь? Нет, все в порядке, спасибо. Блин, странно как-то. Вот хотя бы это... Не знаю, этот не говорит. Ну,
Азуки-сан. Да? Что ты думаешь о мастере? И ты имеешь в виду Шуи? Разве она не замечательная? А, это что ты имела в виду? А, думаю, она удивительная, да? Я знаю, что это имею в виду. Как бы я люблю ее, да, и уважаю ее со всем своим сердцем, да? Но это секрет, не говори мастеру. Мне будет стыдно немного, да? Буду сконфуженный, так скажем, даже. Я подожду до завтра. А, вот тут как. Вон, тут время проматывается само. Супер. Одиннадцать часов. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно вернуться в Далуин апартаменты, да? Время само тут как бы проматывается. Ну понятно, ждать не нужно. Спать. Шуин, я собираюсь поспать. Ну спи. Доброе утро. Ты хорошо спал? Доброе утро. Доброе. То же самое занятие, что вчера, я понял. Убедись, что ты не будешь их бросать. Будь осторожен. Начнем. Это трудно, я пока комментировать не буду, чисто буду сосредоточиться на том, чтобы их нести. Трудновато. That's the way to go. Довольно быстро. Реально трудновато, но сейчас, думаю, справлюсь. Ё-моё, нечаянно.
Думаю, справлюсь. Интересно, справлюсь? Нет, тяжело. Главное не уронять их, очень тяжело. Мы почти закончили, да? Отлично. Еще немножко осталось, он говорит. Фу, это трудно. И время еще идет. Но за время ведь успевать нормально делать. Все, беда. Очень трудно вообще, прям вот роняешь, время прибавляется. Ты должно быть устал, ты не смог закончить, извини. Мы продолжим завтра. Ё-моё, увидимся. Книгу, да? Улиншу нашел. Это она, да? Закрыто, видать? Это закрыто, да. Я должен спросить Шуин насчет этого. Почти завершил эти. Пожалуйста, покажи мне Улиншу Шуи. Я слышу, что Ян Дазу написал ее. Мне хочется ее посмотреть. Подождите секундочку.
Так. Тебе она не нужна, да? Позволь мне увидеть Улиншу. Попробуй это. Сейчас что-то начнет его учить чему-то новому, наверное. Даже не можешь поймать листок, пока ты не будешь довольно очень спокойным, чтобы концентрироваться, да, до тех пор. Прямо сейчас у тебя на уме только месть. Ты нетерпелив. Успокой себя, чтобы реализовать подлинную природу вещей, да? Подлинную природу вещей, настоящую природу вещей, да. Тогда ты сможешь узнать, как поймать лист. Только тогда мы сможем поговорить о Улиншу. Вот, а. Так чего делать-то? Ловить, что ли? Нужно сконцентрироваться на листе. Попробуйте один листочек за раз. Сконцентрироваться на листе. Сейчас мне пока непонятно, как его ловить. No. The timing for catching the leaf is important. Что-то непонятно. Время поимки листа важно. Слушай, товарищи, я не знаю. Если я поймаю лист, я прочитаю Улиншу.
Я занят. Ты можешь подойти позже? Хорошо. Извини. Вот она дурацкую задачу-то дала, а? Лист поймать. Я не могу этого сделать. Ну и задачка. Не задачка. О! Ты делаешь то, что это мастер говорит тебе, это хороший знак. Да. Здесь. Что это? Книга движений. Использую ее. Спасибо. Ну а чё, уходить-то я не собираюсь. Что ты мне скажешь, друг дорогой? У тебя есть минутка? Нет. Поговори позже со мной. Если я буду отлынивать работы, монах будет, короче, этот, да, злиться, и я не хочу слушать его лекции. Так, посмотрим, что у нас там за книжка. Так, Horse какой-то там, да, был? Слушай, товарищ, я что-то понять не могу. Если честно. Не могу понять. Раз только на за одним листком могу, да? No. Have to concentrate on the leaves. No good. Only go for a single leaf at a time. Неплохо, но, блин, нужен только за одним. For a single leaf at a time. Thank you.
Слушайте, довольно тяжело, очень тяжело. Чуть-чуть. For a single leaf at a time. No. Only go for a single leaf at a time. No good. Не, я не знаю. Пока не знаю. Честно, пока не знаю, как поймать этот листик. Так, секундочку, нажмем на паузу. Попробуем еще поймать этот листик. Попробуем, попробуем. Надо сконцентрироваться на нем. Реально надо сконцентрироваться, чтобы поймать. Я сделал это наконец-то. Yes! You know how. Теперь ты знаешь как. Yes. You promised. Please let me see the Uling Shu. You don't sound like you've calmed yourself. Ты не выглядишь, как будто успокоил себя. Ну, дай мне прочитать Уолин Шут, он говорит. Он нетерпеливый, да? Поймать три раза лист. Только тогда мы поговорим о Уленшу. Вот нехорошее, понял? Три листа. У меня нет выбора. Сейчас попробуем. Timing for catching the leaf is important.
чуть-чуть. Почти поймала. Good. The timing for catching the leaf is important. Все равно тяжело. No good. Have to concentrate on the leaves. Уже не получается, не знаю, тяжело. Почему не получается-то? Не знаю. Когда листик очень близко, нужно R, Shift нажать, чтобы поймать. No. The timing for catching the leaf is important. No good. Have to concentrate on the leaves.
Да, вроде близко был. Блин, а? Timing for catching the leaf is important. Штука тяжелая, немного надоедает, да? Реально тяжело. Ну реально же тяжело. Я запарился с этими листьями. Реально запарился. Сейчас еще попробуем. I got it. Теперь понял. Еще раз. Два раза. Наконец-то, сразу подряд два раза сделал. Супер. И сразу третий подряд. Отлично вообще. Шикардос. Сделал. Круто. Блин, все равно тяжеловато было. Ты достиг покоя, да? Но далеко от чистого зеркала, да? Очисти свой ум, как сделал тихо, подумай тихо, по тихой воде, да? Концентрируйся на себе и оставайся спокойным. Это состояние спокойного ума. Оставайся спокойным, сконцентрируйся на себе. Здесь, как я обещал. Уолиншу. Отлично. Прочитай, ну, как бы, читай ее аккуратно, относись к ней аккуратнее, да? Хорошо относись, потому что это только единственная копия. Увидимся. Ну, вот он пошел к Уолиншу. Это книга, она.
Северный стиль, основанный на каком-то, не успел прочитать. Северный стиль какой-то. Боевых искусств. В общем, а? Это. Мастер. Сунмин Зао, какой-то мастер, какой-то. Как бы. А, он что ли? Удары тигра. Ты помнишь Сунмин Зао? Вспомнил его. Лан Ди говорил о нем. Что это за кусочек бумаги? Яндазу. Он знает, почему мой отец умер. Этот кусочек бумаги — единственная моя зацепка, чтобы найти, где он находится. Мистическая бумага, да? Ладно. Ну, пока можно даже прекратить. Небольшой стрим сделали, полуторачасовой. Будем его загружать. Отлично. Ну, запись, точнее, не стрим, а запись. Потому что если я буду делать стрим, программа не очень хорошая. И запись получится не очень качественной программы. Да. Через бандикам лучше записывать. Итак, я останавливаю запись и продолжим попозже. Всем спасибо. Приятных просмотров!